В данный момент Шэньчжоу-11 корректирует позиции для стыковки с орбитально-космической станцией Тяньгун-2. Все силы экипажа корабля брошены на изменение курса в максимально короткие сроки. По прогнозам экспертов, этот процесс займет 2 дня. После стыковки планируется, что космонавты проведут на космической станции 30 дней. Их приоритетная задача – провести испытания системы жизнеобеспечения и собрать данные о потенциальном воздействии орбитальных условий на здоровье человека.